Ребят, всем приветик! У нас сегодня заказы по Семенде. Я вам буду показывать все, что было в пакете. Это у нас, в общем-то, за время карантина насобиралось. Девчонки, обнаружьтесь, где чье. Цен сегодня не будет, к сожалению. У меня там кое-какая непонятка возникла, а у нас уже выходные наступили, поэтому спрашивать не у кого. Я вам покажу изделия, мы промеряем размеры, вставки, все посмотрим, а цены уже как бы воскресенье только. Ну и мы, как всегда, за тайган. Опять начинается там за рыбу гроши, как говорил мой папа. И по новой вся эта катавасия с Зубковым. Но ясное дело, как в Короноле, вторая волна пошла. Так, начинаем. Первое, что я вам хочу показать, это набор, который Оля Рубчинская заказала. Это точно, я знаю, что это ее. Вам я просто вот сейчас исключительно покажу, как все это выглядит. С натуральной бирюзой. И идет листик. Бирюза в израильском серебре, не устаю напоминать, натуральная, но прессованная из крупных кусков. 95% бирюза, 5% смолы, которые скрепляют. Проверено в институте гемологии в Америке, в США. Там это очень строго. Значит, вот такие вот идут серьги-листики. И кольцо нам сейчас важно промерить, что сделали тот размер, который мы просили. Внимание, как-то дробь барабанная. 20. Оль, посмотри и скажи мне. Двадцаточку они сделали. Видно, что здесь кусочек доточили, потому как, видимо, эта модель не рассчитана на такое большое кольцо. Но, в принципе, это не мешает. Я надеюсь, тебе это не будет проблемно. Вот видно, то есть они как бы его увеличивали. Так, жду в личку твое мнение о происходящем. Маргошка просит такой набор с ониксом, но, к сожалению, нету камней и пока нету поставки. Они предложили с кубическим цирконием черного цвета, граненым. Очень красиво смотрится, мне кажется, тоже был бы неплохой вариант. Я видела другие украшения с граненым кубическим цирконием черным, блестит очень здорово. Вот, но оникса пока, к сожалению, нет. Сейчас вообще поставки камней с Индии там проблема. Мало того, что у них зашкаливает совершенно по короне, так еще они что-то замес у них с Китаем. Вдруг решили они что-то не поделить. Нам еще не хватало войны между Индией и Китаем. Вот это, конечно, будет очень весело всем присутствующим. Ну, будем надеяться. Вообще, после вот этого карантина я заметила у народа такие взрывы агрессии, как на государственном уровне, так и на личном и частном. Так, набор номер два. Я, в принципе, тоже знаю, чьи это, но все равно покажу, промерим. Это у нас идет с опалами. Опалы лабораторные, не натуральные. Кстати, между прочим, они, по-моему, по цене выходят, ну, может, чуть-чуть дешевле, чем натуральные. Тоже очень дорогие в производстве вставки. И у нас имеется кулон. Так, вот такие булавочки. Сейчас мы промерим размер и точно поймем, что к чему. Тоже двадцатка. Здесь тоже, видите, немножко. То есть, видимо, у них нету резинок на такие большие размеры. Они просто делают максимально и потом увеличивают. Так, далее. 30-166 кто-то просил. На английской застежечке. Ребята, если за время карантина людям уже, может быть, и не интересно все это дело, я потом сделаю отдельное видео, что не забрали из заказов. Ну и, соответственно, цены тоже я скажу, когда мне будет более понятно. Тут всякие разные параметры. Мне очень нравятся эти серьги. Висюльки и красивый такой лавандовый фианит. Это, ребята, А30-166, если кто захочет заказать.
Так, ребят, смотрите, вот этот тоже набор, помню, заказывали. Он интересно сделан. Здесь золотая напайка 9-каратного золота. По ребру серьги идет. И такое же точно кольцо. Артикул, если кому-то нужно, это 30068. Это на кольцо. И 10084 на серьги. Без буквы А. Это значит, что это идет с золотом. Так, сейчас глянем. Размер, вот на мое ощущение, 18. Квадратное кольцо. Мне вообще в последнее время кажется, что квадратные кольца намного более правильные. По форме неудобные. Вот здесь вот, когда не торчит между пальцами. Это, ребята, оно ну, чуть-чуть не дотянуло. Оно 17,7. Вероятно, по кольцемеру оно 18. У нас вон птички поют. Погода в Назарете, ребята, была 20 градусов. Ветер. Прохладненько так. Вообще, всего-то каких-то полтора часа от Петахтиква. Такая вообще разница в температурах мощная. Но мы так хорошо проехались. Я с Эден. И, правда, вернулись мы очень поздно, в 12 часов. Хорошо так прокатиться немножко. Прочистить мозги от сидения дома. Полезно. Так, смотрите, это у нас набор, это Рая, по-моему, из Петахтиквы просила. Рая, сейчас ты мне только скажешь по поводу размеров. Значит, у нас есть серьги, это мой любименький комплект, А11668 и кольцо А30878, смотрится классно с разными вставками, с опалом очень, не опал, а оникс очень красиво смотрится и с бирюзой. Когда-нибудь, может быть, я себе тоже такой закажу. Обычно к нему еще кулон идет. Значит, в данном случае, что я вижу? Я здесь вижу кольцо на... Надеюсь, что это правильный размер. На 17,8. Но оно, в принципе, так и идет. 17,8. Немножко мне не нравится, что тут есть вот как трещинка какая-то. То есть в серьгах этого нет. Я не знаю, для чего это сделано так. Является ли это браком или это как бы не страшно. Как бы мне не мешает. Я это как бы камень вклеен. Он не завальцован. То есть я не думаю, что будет какая-то проблема с камнем. Но то, что вижу, то показываю. Так. Дальше. Так, ребята, 11456. Только, девчонки, я не написано у меня, это гранат или это кубический цирконий гранатовый. Надо бы спросить. Я не знаю, что мы просили. Но выглядит как гранат. Очень красивый камень такой. И здесь еще есть фианитики по окружности кольца и золотые напайки 9-каратные. Такое крупное колечко. Тоже помню, это был заказ. Сейчас посмотрим. 19,5. Ну, скажем, оно мало мерит где-то на размер. Значит, оно где-то 18,7 примерно. Интересно, мне на второй палец налезло. Да, смотрите, на 19 палец тоже налезло. Вероятно, из-за того, что оно не ровное, а вот как бы идет выемкой такой. Получается, все-таки размер идет по узкой стороне. Вот здесь, по узкому. И получается, что это больше, чем на... То есть маломерит меньше, чем на размер за счет этого. Красивое кольцо. Ребят, у меня просьба. Все, кто платит мне золотой короной, перед тем, как переводить, спрашивайте у меня, на какое имя. Потому что золотая корона придумала очередную экзекуцию. Она не выдает больше 10 переводов в 30 дней на одно имя. То есть это вообще расстрел полный для меня. Поэтому узнавайте, пожалуйста, перед тем, как вы переводите, какое имя свободно. Сейчас у меня застряло 10 переводов, которые я не могу снять до середины июля. Вот такая история. Делают все, чтобы народу было тяжелее в этой жизни. Но мы все равно плевать хотели, мы прорвемся, правильно? Так, 20.3.
Насчет почты пока ничего. Я подала, жду, выясняю. Вообще, конечно, редкое хамство с этим Шереметьево. Девчонки, это артикул А11616. С луниками, кто просил. Красивый тоже очень. Такая модель востребованная. Кавказябра. Здесь вот сейчас у меня вопрос. Мне кажется, что они перепутали. Мы, по-моему, просили без золота, а сделали кольцо с золотом. Хорошо это или плохо? Мы это выясним в личку. 11483 с сердоликом. Очень большой размер. Он идет 19,3, но так он идет 21,2. То есть он очень крупный. Красивое действительно колечко. Только ощущение у меня, что они вот напаяли золото зря. Это у нас А10772 с луником. Луник очень красивый. Сейчас посмотрим размер. Это 19,4, но он, я думаю, даже больше, потому что он идет немножко овальный, значит, размер более увеличен. Так, девчонки, вот это тоже было в заказах, но убейте меня, я не помню, чтобы кто-то такое заказывал. Я вообще, если честно, эту модель впервые вижу. Это 10453, тоже золотыми вот такими вот внутри тычинками, жемчужинка. Если кто-то признает, обращайтесь. 19 размер. Вообще у них такие интересные фантазийные модели с жемчугом, совершенно такие... Необычайно. Точно как на какой-то планете соседней, в соседней галактике. Такие марсианские какие-нибудь растения, если бы выросли. Очень прикольно. Андрей Семенда сделал новую коллекцию, для такую молодежную, классную, за время карантина. Обязательно мы вам тоже покажем. Карантин – это иногда хорошее дело. Есть время подумать. Так, девчонки, дальше. С жемчугом А11223. Такой очень узнаваемая модель Семенды. Может быть, за счет того, что очень много продавалось в магазинах России именно вот так, такого плана украшения. 18,7. Очень удобно сидит на руке. И красивая жемчужина. Тань, смотри, сбылась твоя мечта. Все-таки сделали это кольцо. И вот на маленький размер, я боюсь его надеть, чтобы не снять потом. Золотом, оникс, 10105 его артикул. Давно мы просили. Это на 17,1. Это тоже вот что-то космическое, такое как космическое летательный аппарат такой. Часики C6015 с жемчужинками, с фианитом, золотыми напайками. Японский механизм Миота. Часики. Красивенькие. Есть цепочка для того, чтобы, надевая, они не упали на пол. И замок коробкой. Очень милые.
сожалению, как я сказала, пока цен нет. Цены будут только в воскресенье. Вот эти серьги мы давно ждем. Кольцо уже давно ушло, по-моему. А серьги у нас так и остались. Я ошиблась. Я в прошлый раз их заказала с фианитами по ошибке, с белыми, вместо жемчуга. Вот они переделали. Жемчужины, девчонки, здесь разные. Почему? Потому что этот жемчуг, в принципе, барочный. Он разный по виду. То есть вот тут вот получается одна немножко меньше, одна немножко больше. Но в принципе эти серьги, они идут как бы немножко асимметрии. Они доработаны вручную. Надеюсь, что это не мешает. То есть они не идеально ровные даже, вот как бы одна с другой. Напиши мне в личку твое мнение по этому поводу. Есть люди, которым асимметрия как бы мешает. И скажи мне свое мнение по этому поводу, насколько подходит. Мне кажется, что это как бы в данном случае совершенно нормально. Это такая модель аморфная, которая, в общем-то, и не должна быть ровная. Артикул А387. Серьги, кстати, 15 грамм. Так, ребята, смотрите, что у нас... По этому набору тоже мы его ждали. У нас есть кольцо, серьги. Это артикулы 30977, 20790 и 11594. И есть кулон. Золотая напайка круглая. Такой кружавчик вокруг. Размер 18-19. Так, 30947. Разного оттенка, такие как гранатики. Но это не гранаты, я думаю, это фианиты. На французской петле золотые напаечки. Такой классический вариант. Есть левая, правая серьги. Красивенько. Угу. Анжелика, привет. Ты просила вот у меня как раз такое кольцо с ониксом на большой размер. Это А10489. Вот они его сделали. Давай промерим. 21. У меня есть такое же колечко с... Откуда, собственно, мы почерпнули идею с шампейн. С кубическим цирконием такого апельсинового цвета. Вот оно. Даже оно у меня тут недалеко лежало. Ну, в частности, это кольцо вот из прошлого захода, оно было $35. Тоже очень прикольно для любителей вот такого свободного стиля. Арт-деко такой. Не, это не арт-деко, пардонте, это боха. Боха — это богемный... Underground такой. Переводится боха, богема и гомлес, по-моему. Я это называю мода северного Тель-Авива. Девчонки поймут меня, кто в Израиле живет. Так, дальше. Это колечко давно-давно мы ждем. Оно должно быть на 16. Да, 16,4 оно немножко мало мерит. Отлично. Красивенько. Так, А11700.
и А3900. Девчонки просили. Недавно был такой комплект, его купили, и был на него заказ еще один продублировать. Очень легкие, такие ажурные, недорогие совершенно вещи. То есть и с другой стороны и висюльки в них есть, и натуральная бирюза, и красивенько. Все вместе. Ну, по ощущению, это 18-й. Может, 17,5. Сейчас глянем. Ого! Однако, 19, ребята, значит, это 18,5. Да, надо промерять. После 4 килограмм черешни за неделю кальцимер в моем лице показывает не те данные, так сказать. Не будем, как говорится, уточнять, в какую сторону. Пришло два крупных очень кольца, которые девчонки просили. С агатом зеленым на большой размер. Как мы заметили, зеленые агаты, поскольку это натуральный камень, каждый раз приходит другого оттенка. Вот сейчас они приходят более такие темные, чем раньше. Вот это одно кольцо. Это второе кольцо. Это немножко более черненое получается, немножко более светлое. Так, насчет размера я подозреваю, что будет трудно промерить. 18,5. Ну, где-то так, 18,5-19. Есть еще такие кольца среднего размера. Это крупная, а есть еще среднее. Оно немножко короче. Там, по-моему, даже агат чуть-чуть меньше. И оно легче. Давно-давно мы ждали в докомплект это колечко. Серьги давно уже. Надеюсь, что это тот же оттенок фианитов, потому как уже не помним. 19,8. Но он вверх чуть-чуть овальный, значит, где-то двадцатка, я думаю. Это артикул А11992. Хорошо с моими ногтями сочетается. Синяя с голубым. Так, у нас есть вот такой вот кулон с золотом с ониксом граненым. Это розочки, известная очень модель. И кольцо также с граненым ониксом в комплект. Сейчас посмотрим на 18. На 18,8 оно получилось. 18,9. По размеру оно выходит на 18. Ребята, если кому-то нужно, у меня есть в залежах, в закромах Родины, такое же точно кольцо, но не с граненым, а с гладким кабошоном. Тоже оникс, где-то на 19 размер. Может, даже к нему и серьги, кулон есть, надо бы посмотреть. Вот разница какая. Видите? Очень давно мы просили А31099 с фианитами. Такую версию можно, такую модель можно и с английским замком, висюлькой, и вот с французским. Девочка просила, но это было давно, я даже не знаю, осталось ли у нее желание вообще их приобрести. Это было еще до короны. Но в любом случае я показываю, это А31099. Красивая модель, мне лично очень нравится. А11447 с натуральным розовым кварцем на размер 19.
Кулон. И браслет. Кулон-браслет. На какой размер сейчас глянем? Ну, такой большой довольно-таки. Видите, у меня 16,5. Это вообще красивая модель. Это 20757 кулон, а вот на браслет, девчонки, у меня артикула нет, к сожалению. Ну, вот такая узнаваемая модель, можно и по фотке определить. Ребята, последний комплект, который пришел в заказах, я вам его сейчас предоставлю. Это тоже очень интересная модель, я, если честно, у нас не было такой. Это первый раз. Какая красота, такая ажурная. Действительно, восточная работа совершенно. Значит, серьги, английский замочек и такое же кольцо. И посередине такой маленький-маленький черный оникс там стоит. По-моему, оникс, если я не ошибаюсь. Здорово. Аутентично очень. А, тут даже, смотрите, тут еще здесь стоит оникс по бокам. Сверху и два по бокам. Да, симпатично. Это А31192 и А12046. Вот сейчас солнце из окна пробивает на Василия бедного. 18,7 размер. Ребят, перед тем, как закончить, у меня вопрос. Я просто сегодня, наверное, или сегодня, или завтра буду у Елены Прекрасной, нашего ювелира. И я хочу вам показать 4 украшения, которые осталось. Я должна их вернуть. Может быть, кто-то все-таки их захочет забрать, чтобы последний шанс им дадим. И я уже привезу от нее что-нибудь новенькое. Ребята, осталось-то замечательное кольцо с дендрическим кварцем. И вот такими апельсиновыми фианитами вокруг. Пока же электрическое освещение не может сражаться с солнечным светом. А ну интересно. Нет, сильно сбоку. Вот это кольцо осталось. Осталось вот это бомбическое кольцо. Но для смелых женщин, конечно, ребята, с лунным, тонированный лунник. То есть это натуральный адуляр, но он как-то прогрет, наверное. Потому как у него такой интересный синий цвет. На 17 размер. Конечно, такое бомбическое тяжелое кольцо, но очень прикольное. Действительно, как конкурсная работа может пройти. Здорово. Остались серьги. Славой. Тоже такая асимметрия. И Маген Давид с рубином. С натуральным рубином необработанным. Вот. Все, ребят, я прощаюсь с вами. Что будет в следующем видео, мне немножко трудно вам сказать. Есть всего столько много. Есть новинок куча от Семенды. Просто там целую мешок привезла. Опять же, шаблюль у нас не закончился. Четвертый завод я не закончила. У нас еще янтарь продолжается. Я более дорогие модели вам еще не показала. Америкаша пришел последняя посылка, к сожалению, которая бродила весь карантин где-то. Сейчас уже, к сожалению, они пока что не работают. Вот, и от Славика осталось тоже. Я попросила его жену отдать, как бы,
все, что осталось, ну, как бы все, я там выбрала я модели, которые, на мой взгляд, вам бы понравились, и вот отложила, это вам тоже покажу, но это уже будет последнее, то есть завод однозначно закрыт, и больше как бы там будут последние вещи какие-то, и все. Вот, так что посмотрим, на что у нас будет настроение. Ребят, всем пока, и желаю вам, чтобы лето ваше проходило в удовольствие, отдыхали, кушали много черешней, и ничего вас не беспокоило, чтобы все у нас было хорошо, и корануло, чтобы уже куда-нибудь делось, вернулась обратно к китайцам, например. Все, всем пока!